Его миссия – помогать животным. Маркиз дела хорошо. Ветеринария должна стоять наравне с человеческой медициной. Когда это понимание отношения изменится к ветеринарам, изменится даже отношение к собственным животным, потому что оно может болеть по-разному, нужны разного направления врачи. Есть два поведения хозяев, да, они или мешают, или очень помогают. Если они мешают, нужно им аккуратно подсказать, как сделать так, чтобы они помогли. Василий Александрович очень внимательный доктор, очень спокойный, уравновешенный. Я отношусь к категории клиентов тревожных, очень переживаю за своих пациентов. Он всегда все достойно, спокойно объяснит. В новом выпуске проекта «Белорусы» ветеринарный врач Василий Кузьмин. Если ты будешь понимать вот эту избитую фразу, там мы в ответе за тех, кого приручили, вот все и каждый начнет ее понимать, то тогда будет меняться отношение к животным. Смотрите в пятницу только на нашем канале.